Ну, а в повседневной нашей жизни, конечно, демоны влияют прежде всего на наш ум, воздействуют. И в нашем уме появляются мысли. В квартире и на даче епископа провели обыск, во время которого обнаружили более тонны наркотиков. В квартире епископа обнаружили не только наркотические средства, но и целую лабораторию по производству синтетических наркотиков. Во время допросов епископ ссылался на статью 51, а позже был запрещен в служении и по поддельным документам сбежал в Лондон. Особый день для вас. Вы взяли в руки боевое оружие. Нужно сказать, что церковь всегда освящала воинскую службу как особое служение. И, как говорил наш патриарх покойный, предыдущий Алексей, что служат только два человека Родине. Это священник и солдат. Остальные все работают. Батюшкина Audi Q7 по Оренбургской области летит разве что весть о необычном священнике из поселка Саракташ. У него есть Infiniti, Hummer H2, Volkswagen Touareg, Mercedes S-класса и даже карета. Всего этого сельский священник ничуть не стесняется. Наоборот, с удовольствием приглашает съемочную группу прокатиться на военном Хаммере. Let's go.
Теперь, помимо производства традиционного алкоголя, вина, водки и джина, православная компания будет гнать китайскую водку байцзю, а также откроет свои собственные гостиницы и даже казино. Судя по всему, в РПЦ решили окончательно заняться бизнесом, потому что, как постоянно говорит высшее духовенство, церквей все больше, а вот прихожан все меньше. Позволительно и полезно применение ремня простона мужа и жене. Русская поговорка гласит так: жена мужа венец, муж жене отец. Да, у тебя, это твой долг воспитывать твою жену. Это долг мужа воспитывать свою жену. Вот человек изнасилован, да? Угу. А с ним-то что произойдет? Наказание, маньяка убили там или посадили. А что с тем человеком? Он не прощает. Господь нам, священникам, заповедал побеспокоиться о людях, как раз, которые не прощают. Они могут оказаться мало то, что пострадали, а оказаться в бездне непрощения. We'll be right back.
I am in a world of shit.